Привет, на канале Все Хомячка. И сегодня будет видео о моему хомячку, о моего хомячка Бусинке, который внезапно она стала беременной. Вот, не внезапно, я просто вчера заметил, что она беременна. Вот, как определить, что хомяк беременный? У нее живот появляется не посередине, как у беременных, а сбоку. Вот, поэтому... Еще сосочки красненькие, поэтому я посмотрела только, что она здесь вот такой вот лезла, и вот здесь я видела, что у нее животик сбоку, вот. Ну, вот такая вот обыкновенная клеточка, которую я должна убрать в домик, ну, домик пусть будет, поставлю просто на низ. Кормушка пусть тоже будет, поставим тоже на низ. И вот это вот все я должна убрать, чтобы ей не мешало, и... Вообще, чтобы она не бегала. Потом, когда она все это сделает, когда у нее подрастут малыши, мы купим ей нормальную большую клетку, и тогда уже я могу ее переселить. Вот она. Она уже там складывает все, что нужно. Пробую как раз приложить. Вот Бусинка. И не бойтесь мне писать в комментариях, что у вас какие-то проблемы с хомячками. Нет. Пишите мне, я с вами буду все это обсуждать, потому что я пережила 3 хомяков. Ну, этот третий. Вот, круто. Итак, вот такая вот клеточка, которая маленькая для хомячка, но она очень она еще нормальная, да, Бусинка? Да, скажу, она все кушает. Она все кушает, она поменяла свое поведение. Вот. Вот такая вот поилочка, все у нее здесь стоит, только нужно поменять вот стружку и все это убрать. Моя пусика, моя зайчка. Не бойтесь мне писать, мы сами все будем обсуждать. Итак, ребятки, у вас есть беременный хомяк? Если да, то пишите мне в комментариях. Мы сами будем обсуждать, что делать, если хомяк беременный. Ну, а теперь хочу поговорить, что же нужно для беременного хомячка. Вы увидели, что там есть гранулус, это спрессованная старушка, но нет, мы ее поменяем. Но кубло мы как-то оставим, вот, потому что там все она поскладала, и как-то не хочется это все терять, вдруг она будет рожать и не успеет. Вот. Для нее нужна мягкая стружка, вот никакая, обычная. Я вам сейчас могу показать, она там, я обязательно в конце видео вам ее покажу. Вот. Еды, морковка, свекла и все. Можете еще что-то дать, но я могу дать только морковку, свеклу. Все. А еду насыпать в кормушку, чтобы она ее занесла на низ свое кубло. Вот. Она в домике может и не рожать. Она может только в кутку рожать. Вот. Еще может нужно обычные салфетки, не с краской, белые. И не желтые, не разноцветные, просто белые. Потому что когда кровь, она на салфетке, то она ее запихивает. Вот. Поэтому лучше белую салфетку. Что еще? Что еще вам такого рассказать? Как определить, что хомяк беременный? У нее по бокам, не посередине, а по бокам появляется животик. Вот. И это уже признак, что она беременна. Если она складывает все в кубку и делает вот такую вот куточку кубло, то это тоже признак, что она беременна. Или же она грызет прутья. Она тоже может быть беременна, если она грызет прутья. Потому что когда она хочет рожать, то она не хочет рожать именно в клетке. Она хочет сбежать. Поэтому нужно ее держать в клетке, да, Бусинка, да? Да, Бусинка. Вот. И еще один признак, что она поменяет свое поведение. Вот. Она будет больше спать и вообще будет неактивна. Это все, что я знаю про хомячка. Да? Да? Вот. Поэтому пишите мне в комментариях, беременный ли у вас хомяк, или же какой у вас хомяк. Вообще пишите о своих хомячках. Я знаю, у Вити есть хомяк, поэтому. Вот. Планшет. Вот.
Поэтому, если тянетесь мне писать ваши переживания, я обязательно на вас буду отвечать, рассматривать, лайкать. И все. А теперь переходим к покупкам, которые у меня уже давно есть. Сейчас нужно еще привести. Моя покупочка, которая была, это обычная тырса, а точнее стружка. Вот это стружка сушеная, мягкая, кучерявая. Вот, так что покупайте и насыпайте. Она, кстати, раздробляет, чтобы малышам было удобней. Хранила это все я в такой коробке, там где у меня все, да, гранулы, сенка, которую мы тоже положим. А вот от природы корма, колосок от природы, шарик, коробка от хомяка, вот, спрессованная стружка, вот. Поэтому такие вот делишки. И хомяк, вот он. Не бойтесь. Если вам понравилось это видео, то поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. И мы с Бусинкой вас любим. Пока!